друзья, меня зовут Николай, канал Black Games. Что ж, продолжаем проходить Shining Force 2 Ультрамод. Так, что ж, нам надо идти караван забирать. Караван, докачивать вот этих ребят. Люк, Геральт, Яха и Эрлик. Потому что у них плохо все. По уровню все плохо. Я уж хочу, чтобы все были прокачаны, уже не делать мозги. Ну давай. Надеюсь, будет не слишком жопно. Ну поехали, поехали уже. Нам все равно не уйти отсюда, так сказать. Время вышло, да. Так, ну расположение мобов такое уже, вроде как. О, прикольное. Давай уже фриз второй, блейз третий, нормально. Мне фриз главное качать у нее. Ради этого я ее прокачал так, обычный. Так, ну ты вообще вне конкуренции. Нехило, однако. Какой же ты ехать тихоход, а? Шикарно, минус боец в этой битве, отлично. Я забыл про это. Ну, а что поделать? Блин, мне вот этого волка надо качать, он вообще плохо идет. Ой, тут два голема. Почему бы нет? Так, ладно. Нет, тут есть народ, на ком можно покачаться. Ой-ой-ой. Врагов новых нет, так что... Блин, как у Тароса много здоровья. А Слейда терять нельзя, кольцо его пригодится. Так, ага. Так, подготовим для дамага. Ага. О, тебе тоже можно. Отличненько. Так, ты что-то хочешь тут? Хотя они у меня в шахматном, ладно. Пускай сама подлетит поближе. Нормально. Четвертый уровень. Уже четвертый, вкачанный причем. Но не дают хил до третьего уровня. Вот это мне не нравится. Прям. Ой, как не нравится. Так, ну вроде встал так, чтобы толпу не задевало. Давай, Гургуленок, иди сюда. А, ты, ну ладно. Именно того, кого качать надо. А Феникс уже хорош становится. Хорош! Блин, сколько у него тут магов, охереть. Тренажку нормально. И
тут 13 дали. Вот отлично. Блин, ману надо поберечь, там же еще босса бить. Блин, может убить, хотя не должен. Моща. Ладно, я вас понял. Сколько у тебя атаки? 53 у главного. Блин, убьет, не убьет. Может убить, ну нахер. Мне качать потом будет не на ком. Не на ком. О! Блин, и волк опять остался без экспы. Блин, лучше бы я его в ту сторону, конечно, отправил. Бляха-муха, а! Мощно эти, конечно, рыбы. Так, эти не пойдут, хорошо. Вот ты, блядь, выбежал, а? Ну ладно, выбежал, так выбежал, в принципе. Даже еще что-то дают. Блин, так. Нечего, да? Может убить, а может и нет. Блин, завалила. Ну все, тебе не надо уже. Так, волк, значит, в эту сторону лучше. Так, давай. Угу. Так, ты стой тут. Ты вот тут. Долбанный маг, а? Так, он потом кастанет лучше с этой стороны. Жаль, через клетку не бьет. Блин, там целитель может похилять его. А хотя с другой стороны, пускай хиляет. Ой-ой-ой! А чё так много? Кентавр не прокачан. Бляха-муха, ну что ты будешь делать? Ну что ж так много-то? Сучья тварь. Удачи. Вот ты защищен? А, херон, он от боя защищен. Вот тут пару тупых атак, блядь, и все пошло по одному месту. Долбанная прокачка.
Именно идти его надо бить, конечно. А, ну ты мудак, ладно. Я просто херею с этих лучников, блядь. Подлетел, сука. Три. Пиздец, как много. Так, нет, мага надо выносить. Ты танкуй этих. Молодец. Один, блин. Блять, тут еще эта хуета. Отлично. Вот же ж мразь. Да почему не в Гиана? Вот почему? А потому что стреляют всех, кто мне важен для прокачки. Еще босс там. Хиляйся, хиляйся, мразь. А Гаргулья сейчас у меня тут будет люлей отхватывать. Ох ты, выбежал как. Ой, ой, ой. Сюда иди. Тут много еще. Ой, хорошо, дали как. Прощай. Так, кого излечать? Ой, да тебя надо, да. Хотя мне важнее сейчас не ты, а больше неким, наверное. Слейд ходил, у него есть хилка? Есть, ладно. Ладно, пока держишь удар. Блин, я его в жопу сейчас загоню, там его добьют. Ладно, буду так бить. Вот же сука. Вот же сука! Я и так отошел. Дальше некуда, блядь. Вот дальше некуда отошел. Он все равно достал меня. Ублюдки. Ублюдки просто. Ну это все из-за прокачки. Ну ладно, я доберу потом. Ha!
Ой, маловато. Сейчас целитель походит. Вот прям... О, тихоход. Серьезно, а что он не лечил-то? Ну ладно. Ладно. А, вот это будет лечить. Я вас понял. Свидание. Можно было и второй раз стукнуть. Я так вот, я так и знал, вот честно. Фу. Блин, мне главного лечить нечем будет. Там босс еще. Но двух целителей как-то надо уработать. Тут вот эта хуйень, прощай. Вот же бесячая сука. Ну ничего, ничего, скоро ты закончишь. Безвольно теряю людей, да. Да-да-да, опять безвольно теряю людей. Надо же, ты первый раз, блядь, увернулся. Охренеть, ты смог, чувак. А, ну да, что же я делаю-то? Ты... Что же я делаю-то? Но, ну где же ты? Есть, один минус, ровно 20. Это хорошо. Опять ты, сука, ходишь. Опять, как ты меня, блядь. Прощай, Ген. Давай напоследок сделай красиво. Шлепок. А воины с хилками, вот какой же я дурак, как же я мог так потерять столько, а я всех перебил, я не спорю. Но блин, босса-то я не убил. О, давай еще главного тут слей. А, угу. Здрасте, блядь, приехали. Шикарно. А я не успею, придется как-то из летунов идти. Блин, убью, не убью, а? Отлично, отлично.
сколько отнимешь. Блин, я боюсь так. Ну, естественно, блядь. Напоследок поднасрать-то можно, конечно. Весь хил, блядь, ушел. Чем хилиться? Фениксом ударил нормально, добью сейчас люком. Блять, именно по нему. Почему не по Фениксу, который вот мне не важен? Молодец. Уж упырь, блядь. Не страшно. Так, тебя нельзя терять, у тебя хилки. И у тебя, по-моему, да? Тебя одна. У тебя тоже, да? А ты, как всегда, никчемен. О, ты вообще незаменим. Так два раза походил, и главный следом ходит. Черт, нет, так не получится. Во. Ура, он походил, теперь я бью. Тобой отвлекаю. Так, а может пройдет, а? Может вот так пройдет? Хрен там было, да? Три атаки где-то примерно мне нужно. Кого будет бить, мне вот интересно. Вот сука, всех бьет, а. Ладно, жить можно. Нормально. Что бы я делал без этих семян? Да ничего бы. Охерел бы здесь. Теперь точно два удара осталось. Люди сейчас на мясо идут. Так, то, что атака стала нормальной, это похер. Мразь.
Ой, много. Выживет, 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 выживет. Нормально, 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 нормально. Нормально. Вот и все, ребятки. 4 хп, 4, тут разве есть четверочки в этой игре? Впервые вижу. Да ладно! Больше 3 показателей? Да ладно! Охренеть! Не, ну это, конечно, может, модом прописано, в оригинале такого, наверное, нету. Ну ладно. Давай уже, забирай тачку. Сейчас оружие. Туда-сюда. Блин, волка так я и не вкатил. 2 уровня. И один вот этого эрлика, никчемного пса. Давай уже. Сундук надо забрать. Так, теперь обратно двигаем за оружкой, ребятки. Так, сек. За оружием надо и воскресить всю пати. Опаньки, а вот это приятный сюрприз сейчас. Ой, какой приятный сюрприз. Браво! Спасибо! Как же хорошо, а? Лучник появился. Девятнадцатый уровень, правда, сука. 42 атаки. Как у Люка, маловато. Но у нее подвижность есть, и стрелять она может хорошо. Почему не 20-й, чтобы я не апгрейднул? Жаль. Так, воскрешаем народ. Так. Блин, 19-й. Жаль, почему же не 20-й-то? Может, я надеюсь, смогу взять лук? А если... А я могу ее в танк пере... Подожди, подожди, да нет, нет, вряд ли, вряд ли, вряд ли, вряд ли. Это же не тот класс. Это не тот класс. Так, кто 20-ку взял? А, Яха. Куда ты, не туда. World Pride, а, окей. Потому что медленного и бронированного я не особо хочу, хочу война. А вроде все, да? А, еще этот, люк. Люк, 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 люк. Вот жалко, знаете, ребят, что не придумали? А, при апгрейде вот эти усовершенствования, да, вот секретбук, танк. Для летунов что-нибудь бы не придумали, вот это было бы тоже прикольно. Вот это было бы, наверное, интересно. Так, здравствуй, друг. Так, ага, Ахиллес такой же, ну пускай пока будет Ахиллес, ладно. Так, на тебе. Пускай будет Ахиллес, мне не жалко. Тебе, ага.
А Battle Axe хуже тебе, да, Яха? Лучше, блин! Так, ладно, зря деньги потратил, но хер бы с ним. Battle Axe тебе лучше. Так, копье атаки. О, можешь одевать дана не прокачанного. Замечательно. И оно, по-моему, наконец-то метательное, господи. Может, и стрелы могу, пожалуйста. Ну, куплю на всякий случай, чтобы потом не бегать. Так, вот это. Это Наташке. А вот это никому не надо. Ага. Ну что ж. Пойдем еще один бой сыграем или не пойдем? А погнали. А погнали, почему бы, собственно? Не этот бой. Не этот, алло. Нет. Я этот не хочу. Не этот бой, ребят. Не этот. Куда ты меня кидаешь? Фух. Так, сейчас надо камушек забрать. Идти дальше. Книгу секретную все равно на всякий пожарный я заберу. А, ну там мифрилу еще надо забрать. Туда-сюда шарик. Много дел, короче, тут. Чуваки, вот сколько лет играю, объясните, кто знает, что это? Мое предположение, что это лечит от стана. Но я ни разу не пробовал. В бою именно. А может и даже вне боя. Фиг его знает. Я не знаю, что это такое. Так, окей. Ладно, пошли. Их япона мать. Нехило. Беляу опять. А, ну такой же никчемный, да? А, с катоном почему-то. Я не знаю, тут был с катоном. Уйо. Уйо. Ладно, будет туго. Главное, 60 здоровья. Хорошо. Мне нравится. Блин, два целителя тут еще, ё-моё. Пятый уровень, они дают еще, блин, заклинашку. Конечно, мы ударим самого того, кто нужен мне. Ну, червошка, ладно. Блин, и как назло, вот
волк в жопе стоит. В самой заднице. Аж бесит. Моща подъехала, да, с оружием. Извините, это для волка оставлю. Надо, надо докручивать. Так, мне надо MyFair похилить. Вот это плохо. А вот это очень плохо. Стоп, стоп, стоп. Дайте ходы, кстати, что-то вы сходились, ребят. Хотя я тоже походил всеми. Но мне надо походить. Тут только, походу, главная тварь. Так. Ага. Ага. Хера лысого. И тут хрен тебе, да? Килки кончились. Один. Надо добить. Ну его нахер. Ай, я же хотел оставить. Хрен с ним. Там еще один подойдет. Чтоб не убил его. Он может, мразь, я знаю. Где лучница? Пока до них дойдешь, тут, блин, до всех. Поддамажить надо. Нормально так поддамажил, чуть не убил. Медленный, медленный. Да что же вы выбираете тех, кого мне надо качать? Я вот, блядь, не пойму. Я вот реально не пойму. Почему так? Сюда иди. Мощно. Ах ты сука. Ах ты ж тварь. Живем, 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 живем. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Дайте походить кем-нибудь. А, и ты никчемен, да? Ну, всадил хорошо. Есть. Кончились, блин. Ладно, придется добивать, мне делать нечего. Никто не доходит. У тебя есть, под по-любому есть. Вот урод долбанный, белял. Ну-ка, мистер Феникс, давай решай дела. Тут еще тварь еще держит по броне, я хрею.
Давай двадцаточку, давай, 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 родной, давай. Замечательно. Осталось двое. Никуда не доходит. Как меня вот эти рыбы бесят. Вот реально бесят. Да ладно, ты куда-то дошел. Умная сука, а. Яхомуха! Успел, сука, еще походить. Но это он мудак тупой. Как же я тебя, тварь, ненавижу! Лучше добью, ну его нахер. Вот, 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 вот. Вот это хорошо. А ты все никак не родишь, тройки. Хил. Все никак не родишь. Блин, я ни одного уровня не получил, я херею. И не апнулся. И встал я так хорошо под нее. Ой-ой-ой. Так много дали, ты ё-моё. Так, сдохни уже тут, а? Люка обидно потерял. Естественно, главного увидел. Лучше просто ударилось, нечестно. Ладно, тут больше нет никого, кроме нее, на этом участке. Опасности больше нету. Ублюдина. А как тебе такое? Надо быстрее уже бой заканчивать и серию заканчивать. Но если я не успею докачать прям уж так сильно, то заменю. Успею, ладно. Молодец. Уровень взял, тоже молодец. Сейчас вниз пойдешь.
Ох, забить. Блин, вот мне ушницу надо обязательно вкачать в этом бою. Обязательно. Просто прям обязательно. То, что главное, мы сделали много здоровья. Кстати, это очень хорошо. Кстати, я не посмотрел, что из себя вот эта дрянь представляет. Серьезно, что ли? А этот? Ну, бласт второй. Ну и чё? Целитель хороший. Да, не спорим. Ну, херня, ладно. Мясо живое. Здравствуй, дорогой друг. А вот это хорошо. А вот это хорошо, да. Хрен тебе. Что это? Диспел? Ебать. Ни хрена себе прикол. Ага. Нормальный так расклад, блядь. Ну и атака. Вот этого расклада я вообще не ожидал. О, это надолго. Нормальная вот эта тварь, конечно. Слилась нахер отсюда. Да, не подумал я, что она так могёт. Четыре защиты. А-ля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 . Слайд даже не пробивает. Кто-то из них подохнет. Вот сука. Успела все-таки напоганить напоследок. Это жесткая атака, блядь. Только сейчас заметил. Ааа, не вкачаю лучницу. Тварь. Только сейчас заметил, что Слейд в красном. Ай, блин, жаль, не вкачаю, жаль.
давай, 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 давай. Молодец какой, все. Сходил, поздравляю. Блин, надо было кидать, зачем я так вплотную это, ну ладно. В принципе, похер, так. Не знаю, почему я главного киляю, надо было Феникс кинуть. Мне почему-то параллельно в этом бою. Я потерял тех, кого мне качать надо, кроме этого. Хотя осталось их двое вроде, одного только потерял лучницу. Жесткий прист, однако. Ой, три защиты, здорово. Прощай. Подожди, а почему когда она била, он был в красном? Или это скрипт лаганул? Так, иди сюда. Именно его, сука. Да ладно, можешь убить, ладно, я тебе разрешаю, мне он не нужен сейчас. Ой, тварь, опять я всех потерял. Не, у тебя большой слишком уровень, надо кем-нибудь другим. Я понимаю, что если занимаюсь полной херней, вот, 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 мага надо получать. Мага напоследок. Ты 7 отнимал, сука. Всех потерял опять, да что ж такое-то? Целителей здесь, конечно, легко качать, прям. Мне это нравится. Ай-яй-яй-яй-яй. Молодец. Есть! Сорок два за него дали, охереть. Ну иди сюда, мразота. Скудно. Сейчас игресс, бам! Уровень давай. Жаль. Ладно, ребят, давайте на этом закончим. Слишком долгая серия была. Прошли Тароса, взяли караван, прокачались практически, апгрейднулись, новое оружие. Дальше пойдем спасать эльфа и идти к дьяволу. Так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем до встречи в следующей серии и всем пока.